убили. Слепнир. Слепнир. Поменяли ему. Одрис, я тебе забродкастил депов, который он лутил, и ты уже забрал его. Что ты рассказываешь? Если хер я забрал, все ясно. Да был до сих пор не забрал. У меня болит, как депо, я тебе говорю. Кстати, в каком-нибудь из вреков Вариоры-то вторые есть? А Вариоры где-то висят тут вдалеке. Вон врек Танатоса. И в том депо, где врек Танатоса, там гарды. Он выпустил гардов. Можешь сейчас обновить, пожалуйста, бабл на всякий случай? Здесь паника у всех не родилась, и мы не потеряли его. Ну давайте отстреливаем, а то не переагрится внезапно. Ну чем? Он на меня агрится, да. Вот Танатос. Танатос на подскане еще есть от Станции сейчас. Окей. Чекаем. Пока не бьем его, держим, вот я один его бью и просто удерживаю его на крапульке. Ага, Арчан Танатос на андоке, у одного из них, да, с этого стада файтеры. Так, хитрый план, я чую хитрый. У Танатоса скорость появилась. Нет, отбой. Мне что-то больно, я начну удаплять подальше, народ. Стреливайте гордов. Я гордов. Стреливайте гордов, ну чё вы? Да, я бью карьер, вы можете гордов отстреливать. Я просто поддерживаю его на куске. В тонусе. Ой-ой-ой. Не перепутайте, горды это горды, а не карьер. Мне горда сейчас убьют. Да, они что-то, кажется, Непис или кто-то. Тут их миллиард. Да залутаешь, да, блин. Не, ну ты можешь летать, полутать его, какие проблемы. Гарпия на доке. Ой, щи. И встать всех наверх. Арчан затыкался. Кто затыкался? Либо ком. Арчан. Да, ты сейчас впишешься и вернешься обратно смотреть. Давайте убьем. Что убьем? Депошку он выкинул убьемую. А, давай. Нет. Я поддерживаю Арчан, вы убейте депошку. Тебе надо же вписаться в депошку-то. Карен, какие номера ты на нем сейчас держишь? Три номера на локранж. Кинь один из них. Это не ты деклоч. А, все, окей. Я просто испугался. Там всякие дроны может лучить. Нельзя так. Почему нас Непис игнорирует, мне интересно. Он далеко очень. Мне кажется, нас не игнорирует. Мне кажется, нами дронов убивают. Давайте-ка, знаете что? Да Непис убить чертову. Я не дострелю до Неписи. Потопим его, убьем, пока я держу. Что он пустил? Опять. Новый трактор. Не трогайте пока его, давайте так. Бопах останется на Арчоне, держи его, мы сейчас летаем, убьем Непис. Остальные, кто на Иштарах, летим к Неписи, убиваем ее, там можно реварк. У меня гоблины пиздят. И чё, они могут танкнуть хоп-гоблины? Ну вот, потихоньку танкую, надо сгрызут, мало-помалу. Чувак, я их танковал вечно, они не убивают тебя вообще никак. Держит на пол шилда. Ну, у тебя реген там начинается очень быстро. Они тебя быть. Не, пиздостигаем быстренько. Ну, на соточку к ней подтопить и убивать. Я вообще думаю гордам подтопить. Крузаки, потом батл бродкастил. Я срезал все мочу. Вы там убиваете вдвоем или надо помочь? Не, мы убьем. А подтоплю брошу. Побрал дронов. Че, ну тут армор нарегенил, надо его немножко побить. Ворон один покоцай его просто. Ладно. Подсклоцай.
Вот подстава, да, Диснет? Прилетела не туда. Что такое у него этот дрон? Че он тогда можно? Не знаю. Я только сейчас выпустил на самом деле баунсера. Потом с покосом ушел. Да я просто потапливал. Я бы купил за то, чтобы вообще его ебнуть. Не, достал. Ну да, сейчас, окей. Еще сейчас засеку время, вот. В 13 минут мы убиваем его. Да погоди, они придут по-любому кто-нибудь. Не думаю. Хотя у нас, в принципе, ну не факт, что мы просто после этого боя что-то найдем, так что, возможно, есть смысл поддержать все-таки это карьер. Мы разных с тобой бьем. Долго текут. Может, бубли? Не, не надо бубли тратить. Он нормально держится. Я рядышком, в клойке, если что. Локал был плюс, да? Видели или показалось? Да, плюс один. Они соберутся рано или поздно, кажется. Года через два, да. Тэмотас продал с пасками, видимо, задокал с Либаком и шел. У нас тыкать у нас пасками. Интересная альтернатива, кстати. И нам бы новый карьер уже, да. Заприелся. Износился совсем. Ну, надеюсь, не психуешь не будет. Все, мы прошли на мальку, поздравляю вас. Achievement unlocked. Нужен бонус левел. Отрезпите нам жителей Дронрегов. А мы норма еще денег подняли с пиратов. Да, пошли с дронов. Отлично. А, все, не бейте, пока его пустит регенится. Вы скажите, когда там обновить бублик на... Да, пока не надо. Все, перестаньте бить его пока. Ну, я своими его клепаю. Вес, как бы. Ну, хоть кто-нибудь писаться бы пролетел, ганг какой-нибудь. А вот за мной Гарпия, например, гоняется. С скоростью 2К. И она вот хочет меня догнать. Где? Станции. Может поможет? Не надо, зачем. Будьте осторожны, у нее там новая волна неписи. Что убивать их, блин, скоро пытаться. Ну, она убивает мои дроны. Однако. Да надо сам допомнить. Карпию качать будет. Давайте по домашку. Не надо. Он думает, что он танкует, возможно. Да ладно. Структуры. Да, я танкую. Я танкую. Я танкую, пацаны. Ну, кстати, он качается активно. Ну, один, то есть ворон его должен постоянно надамаживать. У кого-то гарды сейчас бродкаст, но... Очень далеко. Слетайте за ней, подтащите, пожалуйста. Вот эти вот гарды... Тоже далеко. Тоже подтаскивайте. Да, как раз мои. Пойду заберу. Че их кидать? У нас побои нет, им просто купить просто. Ну тут народ пишет, что к нему вот, скорее всего, не придут, а жаль. А ты что, тебе сказал, говоришь, что нас? Вот да, тут на канале. Уже, наверное, тотализатор. Придут ли спасатели или нет? Мне кажется, хорошая так. Идея. Хотя, когда их было несколько каров, конечно, больше. Больше. Не, ну Вектор с Хауми уже пришли. Я, в общем, опять снялся со станции, пока сижу вниз. Ну, вернись на станцию, потому что если Кар начнет варпать, мы должны это как бы... Мы на подскане увидим, успеем убить 25 раз. Я не думаю, что у нас есть тут, кто спамит подскан, вот честно. Я спаулю. Я кликаю. Тогда ладно, Диснет, может быть с нами. Какого ты одно с мнением, Биса. Диснет, глянь, пожалуйста, W5.
Сейчас. Не трогайте его, пусть он типа нас танкует. Вот это, думаю, быстро по нем. Может, давайте его весь армор пускает, качает, а потом... Не, это опасно. Смотрите, у него пукан загорелся. Ну там да. Может, он услышал это такое, если сразу выпустил. Мне кажется, когда мы стреляем, через армор пробивается немножко дамага. Да, да, поэтому я и говорю, осторожней на конце. Я поэтому прошу, пока не дамажит. На конце. Осторожней на конце. Концом шутки плохи. Ворон, а наша депо все еще играет. Да, нормально. Обмениваются опытом. Да. Мне нравится, как этот упригар как-то меняет свое направление в зависимости от не знаю чего. То вниз, то вверх. А у меня он не пригорает. И попади под струю диска. Слушай, у него из пукана начало пламя вырываться, осторожней. А там прям далеко такое, надо осторожен. И опять локал 4, в общем, они все бегут от нас, они все бегут. А чек эту систему, где ретриверы копали, может там что изменилось? Кончаем его. Не-не-не, да-да. Подамажьте, кстати, а то что-то вон там это. О, крутится. У него пламя по кругу крутится, слушай. Да. Это космические ветры его изменяют, мне кажется. Анафема прошла в Y7 из V5. Еще плюс локал. Бросаем дронов. Мы с тобой, Ворон, больше никто. Опускаем его до конца армора. Так что там армор постреливает. Похуй ты на ты. Все, стоп. Что, будет цена-то там? Кто-нибудь там уже? Кто-нибудь зажгите цену. Пожалуйста, да. Не бьем, пока не бьем. Десет осторожнее, он там тебя преследует. Уведи гоблинов пока, уведи. Вот я этим и занимаюсь. Я дамажу, больше пока никто не дамажит, еще добью. Смотрите процент там, пацан, смотрите. Станцию-то нам никто не наблюдает? Нет. Мне кажется, все, кто хотели прийти, пришли в самом начале. Векстер, что ли? Мне тоже так кажется, что... Нет, ну придет. Кары вот эти в начале. Не, видите, народ, движение в локале есть, то есть подождите еще маленько. То есть не факт, что мы еще кар поймаем так быстро. То есть остался по сканеру орка. Что? Что рорка где? Над станцией по скан только рорка, так что все. Все, ну вот смотри, Бис, мы того игл держали, а Диснет оп и поймал Танатос. Ну, так же можно. Арис, сейчас Дис побегает один. Люсилью Арис. Да это мой. Наш. Эхо, да. Давайте кончайте. Окей, карьер праймари. Нитрим его. Вот нитрим. А, бубль, пожалуйста, на нем поднимите, чтобы все убили еще. О, стоп, локал плюс, стоп. Ну уже варпнулось и хотел, так что. Не-не-не-не, стоп. Не бьем. Я к этому что, не бьем, подождите. Да поклацать армор, я думаю. Пропал. Вы его всегда нейтрили, но он стопом просто. Мы не нейтрили вообще его. Там... То есть он просто такой. Вы не знаете, сколько он капает регенил, например. Хотя какая разница, у него же там варжевая репка стоит, наверное. Короче, я один по нему дамажу, буду пытаться удержать его на конце. А ведь я почти говорил. Ну ладно. Чертов плюс локал. Надо было выйти одновременно с этим чуваком, я бы не заметил.
смысла нет здесь стоит. Ну сейчас я дам минутку этому плюс локалу, чтобы он там сынку начал сжечь. Курсор на подсказание станции. Называется Black Death. Курсор летит к нам, пацаны, все в порядке. Не трогаем кар, сейчас курсу убьем. Нас может. Сейчас нам будет поинт из нас, не, точнее поинт из кара снимать. Домик на подсказе, домик. А, забугли, пожалуйста, кар по носу вот там, чтобы не в бабль, сейчас все пришли, не смогли отварпать. Окей. Курса праймари. Следи за станцией, Диснет. Сейчас. На курсе есть поинт? Да, есть поинт на курсе. Ой-ой-ой. Что произошло? Как это случилось? Пропало куда-то. Вот это дела. Какая-то странная курса была там. Посмотрите, фит это просто ад. Просто ад. Спаситель. Пришел. Не спас. Домик на подсказке. Домик! Домик сейчас завалится. Ну домик может быть. На ближнем пока не. Есть. Домик на оптимал. Домик на оптимал все. Сразу домик на оптимал. Ну, на станции чисто. А, слушай, а вдруг это сына? Вписывался в доме. Как думаешь? Может поддержим банк? Слился, если что. Давай кар, пока бьем кар. Но не убивайте, домик будет праймари. А, пока не злочится домик, не перекидываем дамаг. Что прям в мобилку прям просто красиво. Домик праймари. Не лочится, у всех не лочится? Да, еще раз. Да мы знаем, домик праймари. Ну давай цинку захерач, чувак. Нет, не будет что ли. Может дадим ему пожить немножко? Нет, не надо. Зачем лишний раз давать кому-то жить? В другом мире поживешь. Что типа? Вселяем всех. Все, потом карьер не бьем пока, карьер больше пока не бьем. Качается. Кар пока не бьем. Вот это качался. Смит там кого-то бьет. Он пытается дронов убивать этими своими. Кстати, хоблинами. Все, пока не бьем, дадим маленько откачаться. Опасность миновала. Все в порядке. Я тебе говорю, у нас нормально будет подкармливать. Еще плюс один вокал. Станция подскарм честь. Наркоманский домик. О! Антикора. Оп-оп-оп. Кто-нибудь достает до нее? Достает, да. Хорошо, блядь. Не ушел. Как? Ну что? Нет. А, я не успел. Да, а что нам побило? Пустошь. Космос. Пустошь. Убили космос. Там кто-то есть, я знаю. Убили космос. А домик неплох. По-моему, мне понравилось, что дампит его архоза, он принес альта, чтобы... Не, домик вообще отлично, по-моему. Доставка сенсоров. Да, сенсоры заказывали. Ой. Ой, курсата. Курсатор неплохо, да. Их можно заставить ПВП, смотри-ка. О, а где в рэк курсы? Где-нибудь между депо уже крутится там. Не, ну вон элит крузер лежит в рэк. Вот за продкастинг нет. О, сейчас. Ваши депошки почему-то не тянут. Ничего не тянут. Далеко. Сломались депошки. Сломались. Они далеко просто. Они на 25 километров только. На 125, да. На 120? Угу. Мантикора сейчас опять придет, надо бы ее. Дай сюда я ее закончу, потому что вы не достаете. Давай. Не, я просто дизом не достал. Вот я достану, так что архон держите, я с ним сейчас. Ах, место как... запомнили? Ох как. Что он скочился? Да.
Готовимся к бомбардировке. Она задумала диктора бомбы. Может, это цинка такие? Ковроцинка, наконец. Ага, из ковры просто включается. Я кар не держу, слетаю за своими дронами на раз. Десница остается, я наблюдаю. А кто-нибудь залутал из курса дрона? Ворон тоже не держит карту, полетел за своим. А, Одрис, Одрис, скинь поинт, пожалуйста. Да, да, у меня поинт есть. На поинт на Арчоне есть один. Держу тоже поинт. Я что-то подумал, не нужен мне этот Арчон. Пусть летает. Тихор дронов пытается убить. Какая коварная. Будет тут карьеры просто их снабдили нас дронами. Нет, она по диктору, мне кажется, работает. Ну, такой вообще. Ну, пытается. Но в космосе его ищет, видимо, да? Ну, как тебе сказать? Она же знает, что ты где-то. Ты где-то здесь, да, потому что единственная убиваемая цель — это диктор. Всё. А они, кстати, так раз вот нашли. Бомберами, суки. Ой, не справляйтесь, вспоминайте. А когда Анечку на обзорке убили бобрами? Да. А, у кого дроны, подамажьте, пожалуйста, маленькое, вот процент 20 армора. Есть у кого дрон? Давай его убьем уже, наконец. Да не надо, зачем? Да давайте пусть будет жить-то. Ну что вообще танкует? Что тебе, лучше еще кару поймаю? Ну, десятки да. Миллионов он натанкует. Что это? Типа. Ок, убивай. В доме для бомбы. Сейчас все утащит, опять все утащит. Я от ней трещу всего. Я думаю, ему пофиг. Пис, давай мочить. Он тащит, хорош, он тащит. Время уже, блядь. Думаешь? Конечно, ну все, да. Полчаса стоит. Подождите, подождите. Да что подождать? Убиваем карьер. А что, забабить? Забабли. Убиваем карьер. Когда бабли, говорите? Прямо сейчас бабли. Ну хорошо. Бабли. Да отстаньте, сын, депо, умрет оно у вас. Господи. Ну добейте его, добейте, чтобы оно не залутало сейчас. Да, чтобы там лут не сгорел потом. Ну все, видите, все, опасность миновала нас стороной. Опасность прошла. Сейчас бобер будет бомбить в рэк Арчона, я вам рассказываю, да, вы должны быстро полутать. Я типа Азарь, слышишь? Мы готовы. Воу-воу-воу-воу. Добиваем быстро, пока у нас не аннигилировал. Кажется, он... Виктор-призрак? Классный лут. Вписываемся в подик. Да. Держим под. Держим под. Сейчас, я не писался. Ой-ой-ой, подпишем. Ну так как-то раньше говорить. Все, спасибо. Давайте. Что, год дальше? Да. Полутайте кару, полутайте ваши луталки все, чтобы сейчас все было полутано. Луталки. А там нечего лутать. Т2 ну кого там Арчон линканите? Пишем ГП. А мы убиваем Брэк его как-то? Зачем, оставьте, что он кому нужен? Зачем? Лучше убить, я считаю, там столько дронов, пускай новых покупают. А, дрон там, если убивайте. Пишет нам, что Арчон ДТ ждет. Ну да. Ликните, у кого Арчон. Оставьте хоть гоблина, пожалуйста, одного. Как раз подзабрал все, что мы убираем. Там, если хочешь, мои барьеры валяются. Боб, ты линки только что снял, да? Чё? Ты линки только что снял? Да. И кого Арчон? Да, давайте линкуйте, я вам расскажу какую историю. Арчон в студии. Ох ты какой фитец-то. Ох ты какой. Непонятно сейчас. А чем подождать? А, капитал репка, все. Смотри, сколько у него еще тракторов было. Смотрите, у меня, в общем, все вписались парманом. Это просто лол. Что? Что все? Что?
Ща я его, блядь, кодал. Ой, только сохрани потом картинку, ладно? Я себе к батл репорту прикреплю. Барбана, блядь, что? Подождите, открывается, тихо. Двое необычные. Сохрани картинку, Паш. Как это возможно? Магия, магия. Мне с иконками вообще просто такая.